Начну, пожалуй, с оптимистического стихотворения «Когда ты умер». Когда ты умер, то не страшно. Ошеломительный покой. Лежишь такой весь бесшабашный, и ни ногою, ни рукой. Страшнее, если ненароком безумный врач решит спасти. Дефибриллятор жахнет током. И на работу к 9. Про бардов. Бардов выгнали в 3 шеи из гостиницы с утра. Не за то, что громко пели, а за то, что у костра. Случай в роддоме. Отец в роддоме ликовал. Вот это да! Какой мужчина! На что бывалый персонал поправил. Это пуповина. Про бабулек у подъезда. Сидят бабульки у подъезда. И как-то тихо. Вроде пусть. Но мысли странные полезли. А может быть, проверить пульс? Дамский вредный совет для дам. А если муж храпит? Муж храпит – не сильный ужас. Храп пройдет наверняка. Просто голову у мужа поверните до щелчка. Про любовь до гроба. Я каратистка, муж – боксер. У нас в семье любовь до гроба. Живем практически без ссор. Все почему? Боимся оба. Про врагов. Вот и победил своих врагов. И такая скука одолела, что других нажить себе готов, лишь бы не простаивать без дела. Путеводная. Мне без компаса в походе не грозит прийти каюк. Знаю точно, что в природе елки север, пальмы юг. Про суровость жизни. Жизнь изначально не в меру сурова. Истину видно в примере избыта. Если нашел ты на счастье подкову, стало быть, кто-то откинул копыта. Про таксиста и цыган. Таксист подвез себе на горе семью цыган. И хоть убей, он после этого в моторе не досчитался лошадей. Сюрприз. Сюрприз, пока хозяйка спит, оставил котик в тапке бабки. Кот четко знает, паразит, кто раньше встал, того и тапки. Суд идет. Речь адвоката впечатлила зал. Всплакнули судьи, прослезилась Клара, и даже Карл поверил, что кораллов он никогда ни у кого не крал. Цена победы. Когда жена уйдет к соседу, без грусти ей гляди во след. И ты одержишь вновь победу, ведь это ты теперь сосед. Про ролевые игры. Хочу владычицей морскою, старуха молвила, но нет, то стриптизершей из плейбоя, то медсестрой нарядит дед.
фигу в книге. Я смотрю, не веря в книгу, вижу в книге только фигу. Всю протряс, до листика. Нет заначки. Мистика. Жизнь перед глазами. Жизнь промелькнула перед глазами. Футбол, рыбалка, то да сё. Прощаюсь мысленно с друзьями. Вальс Мендельсона, кольца, все. Ну и напоследок фраза. Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. Спасибо.